Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже. Просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Здоров, Ламерин. Страшный фирменный урик Сентинел Дон. До сих пор. Так, взять буклет, взять карту. Ну, карту, наверное, раз мы заблудились. Вуаля! Что это? Да-да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Не ловит. Конечно же. Так, сейчас... Значит, мы... На карте нет летних лагерей. А указателя не было? Да, я согласен, ведь разобраться. Эй, на дорогу смотри! Она очень даже ничего. О! Классика! Алекс Сейна точно не я, а... Точно не я. Так. Ты цела? Да, да. Ну, более-менее. Боже, что это было вообще? Медведь? Что? Нет, Макс, это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Привет, Хаперакон. Мы человека сбили? Не знаю. Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но может не сбили. По-моему, они... Нет, они не сбили, они же, блин, съехали с дороги. Не знаю. Так что это уже не... Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Что там? Привет, Максим Ксика. Тачка в хламину. Чисто одиночное кинцо. Есть кооп с передачей геймпада другу. Там есть прям такая опция в меню. Может, все не так уж и плохо? Ну, надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Можешь дать инструменты из багажника. Да, да, сейчас. В смысле, что проверять? Просто поверни ключ. Она заведется или не заведется. Здесь два варианта, чувак. Типа, камон. Привет, Скопа. Давно не виделись, да, кстати. Угу. Окей, пошли. Покопаться. Почему они приехали в лес? Они ехали в какой-то лагерь. И на дороге чуть не сбили кого-то. Макс. Угу. Он не поступил в университет. Отказано. Это концепт уже не впечатляет. Ну, чувак, здесь, по-моему, специально, то есть под этот, под именно классику, под Спасибо. Классические слэшерки все да. сделано. Тебе помочь? Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Да, это от создателя Until Dawn. Скорее бы убраться отсюда. Просто представь а себе, я как играю ты свернулась калачиком PS4 у костра, Slim. Напевая песню. То есть это Но даже не прошка, так что я, в принципе... Обычно никто калачиком не сворачивается. Уверен, что графон ну, здесь намного хуже, загореться. Чем должен быть на той же PS5 какой-нибудь. Представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Где угодно, лишь бы не здесь. Используй тело, чтобы передвигаться. Окей, куда идем? Сюда? О, там кто-то есть. Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. У него озвучка какая-то не очень. Так, дерзость или уступка, дерзость или уступка. Ну, ладно, раз я женщина... Боже, Макс, скорее! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Мне не нравится, Серьезно? Как озвучен он. Да, может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я...
только далеко не ходи, окей? Да. Осторожней. Да. Он постоянно куда-то смотрит в землю. Так. Окей, 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 окей. Главное, просто стрим. Почему это не в антологии Dark Picture? Понятия не имею, чувак. Да. Удачи с машиной. А, то есть он ее одну отправил, что ли? Ну, настоящий мужик, чё, прям гигачат, слушай. Так, ну ладно, пошли куда-нибудь. Чё, скримеры будут? Джампскейры будут? Скримеры, это все как я люблю, да? Блюр вокруг контра колес. Да-да-да, есть такое дело. Я говорю, я предполагаю, что это все-таки из-за того, что это просто PS4. Это даже не прошка у меня. Какое-то цирковое представление. Плакат нажмите. Блин, я, наверное, себя сейчас перемещу наверх. Что там, нажмите L1? Блин, я не успел, я не увидел, что там написано. Подождите. Секунду. Я куда-нибудь сейчас себя... Да, блин. Куда-нибудь сейчас себя перемещу. Может, вот сюда вот засунуть себя? Наверное. Да, наверное, будет лучше вот так. Ага. Так. Еще раз. Что это тут у нас? Показать текст. Покупайте билеты. Харум с Карум. Захватывающее представление. Гадалки уродцы. Тайные... Джуби, спасибо большое за подписку. Иллюзионисты и фокусники. Так. Привет, Джуби, привет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Нельзя сделать игру поярче. Нет, нельзя. Какая есть игра. Так, что-то лежит. Это у нас наручники. Найди на улику. Сундук иллюзионист. Нажмите L1, чтобы посмотреть. Ну, нажал. А, то есть это коллекция была какие-то, да, типа. Ладно, хорошо. Так, ну пошли дальше. А бегать можем? Или только ходить? Только ходить. Ну ладно. А, зато я могу правым стиком вертеть в стороны ее. Хорошо. Так, я вижу туда дорогу, я вижу сюда дорогу. Ну пойдемте направо сходим сначала. Что у нас тут есть? О, еще какой-то ништячок лежит. Что это? Да, Нейромиш, привет. Найди улики, сломанная клетка. Сайлас, мальчик-пес? Это какая-то история про цирковых уродов, да, будет? О, ну и дичь. Стрёмное дерьмо. А, нет, здесь нет рассказчика Санитариус. А! Нет, Вася Гальперов будет сам в следующий раз играть в нее. Так кто? Где? Обязательно сейчас какая-нибудь херня выпрыгнет, да? Если я первый убьют, я буду очень разочарован. Она ничего такая. Сзади освещение. Прошу, открой. Где вы? Сайлас.
Ну, конечно, Гайрон. Оно так и есть. Ты на логотип посмотри, это Кори. Как он выглядит. Немного громко она стонет. Но ты успеешь, Лорелей. Опс. Я не туда нажал. Давай же. Вставай. Нет, я не специально, Ван Вульф. Боже. Что с тобой, Зай? Продолжаем наблюдение. Йоу, спасибо большое, не ранее. Посмотри на поведение. Йоу, йоу. Со всех сторон. Спасибо, Ренера, Миша. Все в порядке, мы в лесу, тут много всякого. Очень легко испугаться. Слушай, Макс. Ты поранилась. Мы можем просто уехать. Конечно, да. Едем, едем. Да, завелась. Урчит, как котел. Макс, скорее! Уже едем, поехали. Ну, естественно. Серьезно? Ну, естественно. Макс! Я же... Дай мне минуту сейчас. Надо ехать, Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже! Черт, Зая, прости, извини. Извини. Ничего, ничего. Он вообще какой-то постоянно такой... Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Ну, конечно, безопасно. Ебать! Бля! Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Офицер, доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Ну, она ударилась головой. Слегка, совсем чуть-чуть. Я даже ничего не чувствую. Ну, там, где стукнулась. Я в норме. Мы в норме. Немного испугались. Обязательно он сейчас у них наркотики найдет какие-нибудь. Это же полицейский, нет? Не расскажете, что случилось? Ага. Так, уклончивость или честность? Уклончивость или честность? Черт. Ну, ладно, пускай будет... Будем врать. Ну, мы просто ехали, а потом наступила такая темнотища, вот и... Не знаю, мы, наверное, в яму попали, потому что нас завернуло, и вот мы здесь. Просто дороги в этих местах совсем не к черту. Да. Сэр, полицейский вам не верит. Не глушите мотор. Сэр? Ну, что-то, согласись, да, это прям самый жуткий в мире коп. Это прям не что-то. Не знаю, из... я других не видела. Техасской резни бензопилой. Да, я не преступник. Помогает все-таки, да? Ну ладно. Ну что, может, расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? Ну, конечно, мы будем дружелюбными. В летний лагерь Хэкетс Квори. Мы новые вожатые. А, вон они что. Вы раньше срока. Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот, но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Да, почему не кровь на шее? Вы не доберетесь до Хэкетс Квори. Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. Спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хэкетт нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? А...
Черт. А при всем уважении, а почему нам нельзя в Хэкетс Куори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, я не понимаю, в чем дело. Мэм, выйдите из машины. Эй, что? Сэр, нет. Она ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда проехать. У этого, у ее парня постоянно взгляд какой-то отрешен, он не смотрит туда, с кем он там разговаривает. Вы сидите там. Полицейский начнет раздражаться, окей. Привет, Призм. Ничего, нормально, я выйду. Ладно. Так. Значит, мы... У него зубов нет? Примерно вот здесь. А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хэкетс Куори? Ну, думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут завтра утром. Да-да, кровь на шее у него откуда-то. Но я предполагаю, что он просто неудачно побрился. Стойте смирно. Вы чего это? Стойте смирно. По ней что-нибудь ползет, наверное, да? Классический прием еще один, да? Я угадал? Нет, ну давай, стойте смирно. Мы послушные граждане. Она даже глаза закрыла, ей понравилось. Как новенькая. Можете вернуться в машину. Не, он абсолютно не подозрительный мужик. Совершенно увечен Юникор. Я считаю... Нормальный такой полицейский, абсолютно. Отель Харбинджер. Держитесь дороги. А, Гора Ферратор, ну сегодня-то нет. Объезжайте ямы. Сегодня пока мы просто играем. Доброй ночи. Она ему понравилась, по-моему. Любит давить властью, такие случаются. Ну, каждый второй, пожалуй. Ох, блин. И чего он там теперь сидит? Так, ладно, мы будем сильно независимы. Спасибо тебе за помощь с копом. Это ты о чем? Ты дрожал, как сломанная стиралка, а мог бы и поддержать меня. Ты ему понравилась больше. Блин, озвучка ну, я... прям очень не очень. Обаятельная. Ну, это правда, да, она обаятельная. Улыбка только у нее немножко страшненькая. Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, а мотель здесь. Окей. Но мы едем сюда. Что там? Хэкетс Куори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Вот. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Совсем проблемы какие-то. Что? 20. А это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Все, хорош. Ну окей, началось как слэшер. Что у нее на шее? На шее у нее грязь. Милф, милф, это хорошо, да. Я согласен. Абсолютно не злобный лагерь. Совсем не злобный лагерь.
Да вы издеваетесь, тут никого нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хэккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Поменять можно озвучку? Не, давайте будем слушать русскую. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Здесь нет, ни разу тут нет точно убийцы. Кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим время. Да кто тут время? Будет бросать? Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Так, ну осмотримся тогда вокруг. Я знаю, что я понимаю, что мне надо идти в дверь, но я хочу посмотреть, что вокруг есть еще. Мне же интересно. Ой, как темно-то. Прям одище как темно. Это совсем не напоминает пятницу 13-е. Именно так. Есть кто дома? Да, убийца. Будем искать черный ход. Как говорится, задний проход. Вон туда вон. А, вот еще что-то валяется. Блин, вот была бы хоть кнопка ускорения какая-то, потому что она так медленно ходит. Вот это вот мне не нравится очень тут. Ну, писатель, косметики уделите мне пару минут. Так. Трихаус на острове. Ботхаус. Карперк. Парк. Что не убивает тебя, делает тебя сильнее. Класс. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так. Мы дверь испугать убийцу. Да, психическая атака. Бежать на него с тыльной стороной фонарика и по голове его бить. Что если вернуться в машину? А, нет. Ну, умирать так умирать. То есть мы приехали сюда умирать, камон. Привет, мини-дроплет. О, там кто-то есть. Эй! Вы там живы? Сейчас вернусь, я за помощью! Это, кстати, кто они, друзья первой пары? Это и есть первая пара, Макс! Чувак. Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хэккет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Почему из бункера? Это же подвал. Эй, это я. Мы вас вытащим. Эй. Эй. Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. А, я никого не вижу. Смотри. Да смотрю я. Дай-ка мне. Подвал бункерного типа. Уже поняла, в какой игре оказалась. Пока еще не особо. Но там точно кто-то был. Так ладно. Он при тебе налево так. Убежал, девочка. Ну ты че? Так, взять молоток, взять ключ. Я возьму молоток. Молотком проще бить. Молоток. Точно? Будет очень громко. Прекрасно. Нормально. И? Там человек. Ну я тихо постучу, не буду привлекать особого внимания. Это было громко. Помочь? Да. Да не то, что прям громко, чё ты мне тут говоришь. Нормально было? А, ребят, я прошу, пожалуйста, чатик, кто уже играл, без спойлеров, ладно? Мне потому что, ну, типа, самому интересно тоже поиграть, посмотреть. Помнишь зловещих мертвецов? Эй! Это не в мотеле, они приехали в лагерь.
Борецки. Они не поехали в мотель. Вы целы? Вы есть? Вы есть? Чё? Эй, осторожно. Они are you here перевели, как вы есть? В смысле, или чё? Да ладно, не, ну типа такое может быть только в пиратских озвучках. Когда no way переводят, как нет пути. Найдена улика, окровавленный ошейник. Что это такое? А, ну да, это окровавленный ошейник. Внезапно, неожиданно. Господи. Ох ты, кого-то ели. Макс? Ага, пёсик смотрит на нас. Или нет, или это как будто кто-то снимает. Выглядело так, как будто кто-то снимает. Вот тут вот из-за угла, да? Вот тут никого. Конечно же. Зая, может, это был опоссум? Да нет, тут точно кто-то был, я клянусь. Эй! Ночь была адской, да? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Сейчас его грохнут. Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам не речь. Макс? Слэшер, Макс! Слэшер, слэшер, начался слэшер. А, нет, он жив. Макс! Ну это опоссум был, 100%. Кровь. Помоги. Сейчас его утащит. Это собака, наверное, просто, нет? Кровь. Так, помочь Максу, оставить Макса. Ну почему мне такой выбрали? Почему? Почему? Путь выбран, окей. Так, ну ладно, из подвала мы выбрались, а? Или нет? Нет! Сзади! Сзади! Полицейский. Ах ты гад. Ты был абсолютно... Ты ведь вот прям никаких... Как это называется? Это по-вашему? Похоже на, мать его, мотель Харбинджер! Он у меня никаких абсолютно подозрений не вызывал, что он ненормальный. А тут вон как оказалось. Так, ну и все, титры должны сейчас пойти. Даже так. Спидран получается. Не, на самом деле Кристиан Бейл отличный актер, так перевоплотиться в лагерного опоссума и сыграть. Блин, нужно уметь еще. Это прям вот, ну это прям пятница 13-я, это шрифт вот этот вот. Им режим узла не врубил, могут авторские прилететь. Ну блин, это же игра такая, типа, ну. Так, для приложения необходимы дополнительные данные. Да ладно!
Оно все вчера скачалось. Все, что нужно было, оно вчера все скачалось. И теперь оно докачивает. Ну что, что-то могу сказать. Тогда делаем пока перерывчик на 5 минут. Я сейчас попробую найти кабель и подключить Соньку напрямую к роутеру. Минутку. Заткни свой рот моим соском. Брось меня, я все равно не поступил. Я вернулся, я нашел кабель, все нормально, сейчас он догрузится, и мы продолжим. Ей. Так, я пока могу камеру отключить, и мы посидим, поболтаем с вами. Ну шо, как вам пролог? 99 часов. Я не знаю, короче, что с Сонькой, причем у меня роутер стоит, ну вот, буквально в сантиметре от нее, да, и по Wi-Fi она качает вот с такой вот скоростью. Через кабель все нормально. Донатик был. Сори. Сейчас попробуем его открыть. Напишите, пожалуйста, в чат, кто, блин, мне сейчас Donation Alert слезть просто немножко. Хотя, можно, в принципе. Ладно, окей. Минутку. Блин, мне теперь Fly Me to the Moon в голове заело. Теперь она у меня в голове играет. Fly me to the moon. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Да ё-моё. Зачем Макс съел Яна, говори. Я не знаю, это надо спросить у Макса. Вот вечером у них будет стрим, зайдите и спросите. Так, Donation Alerts. Пока игра качается. Так. Ну шо ты, интернет, давай, работай. Брось, мне все равно не поступило. Спасибо большое за 500 рублей, Макс. Все, хорошо, теперь я вижу и донатисы. Нормально. Могу смотреть. Так, ну хорошо.
Таймер какой-то неправильный, он в другую сторону идет. А это, ну, это нормальная фигня для Соньки, типа, камон. Все хорошо. Нам, кстати, очень повезло, что я нашел кабель, потому что вчера я качал с помощью кабеля, который у меня просто от роутера идет к компу, и я даже не стал искать кабель. Думаю, сейчас скачаю игру и, ну, и как бы запущу, проверю, все работает. Если нормально, то хорошо. Спасибо большое, Лонлайнд, за подписочку. Вот, и она скачала, короче, 20 гигов, и такое, больше, типа, качать ничего не буду, я думаю, ну, блин, что-то игра как-то мало весит, ну, ладно, наверное, потому что версия для 4-й Соньки. Вот, и сейчас я вижу, почему, то есть. Всего, я пока их не планирую. Потом опять будешь скачивать. Слушай, я думаю, она будет скачивать как раз во время игры еще. Я надеюсь, по крайней мере, на это, если она что-то еще будет докачивать. Просто ничего не понимает, все девелоперы вчера доказали, что обратный отчет гораздо хайповее того, что за ним следует. Не, ну слушай, вчера была довольно прикольная презентация, как по мне. То есть я не то, что был в каком-то хайпе и восторге, ну нормально, показали игры, показали прикольные, интересные игры. Что-то для себя пометил, это хорошо. Так, и проходил, что происходит. Мы докачиваем игру. Он докачивает следующий эпизод. Название отсылочка к убойным каникулам. Ну, то, как оно написано, это скорее отсылочка к пятнице 13. Имеется в виду стилистика и этот... Стилистика и шрифт. Шрифт, да. Самое сложное от Devolver это то, насколько быстро они шпрыхают на английском. Даже зная английский, я не успеваю разобрать, шутки выловить. Ну, у них, да, у них шутки полны отсылок всяких. Референсов и издевательств. А, да, про название стрима, да-да-да. Так будет скажем, в смысле эпизодом и скачиванием. Теперь, ну я говорю, я надеюсь, что пока мы будем проходить следующий эпизод, следующий скачается. То есть я же подсоединил кабель, оно сейчас должно качаться быстро. Все нормально, все хорошо. У меня же все-таки 100 мегабит, там вся фигня. Кстати, смотрел сегодня запись Devolver, автоматические русские сабы весьма неплохие. Я, кстати, так и не посмотрел презентацию Devolver, я на ее стримил ночью, но у меня уже было поздно, поэтому я не остался ее смотреть, к сожалению. А Ламерион, вообще у них релиз сегодня, то есть вроде как игра все доступна, насколько я знаю. Я просто не следил за The Quarry, я же говорю, я до вчерашнего дня вообще не знал, что это такое, то есть пока трейлер не увидел. Вот, вообще ее должен был стримить Василий Гальперов, а стримит Василий не Гальперов, так что вот такая вот штука получилась. Не знаю, что когда включена игра, скорость скачки сильно ниже. Я понимаю. Ну а что поделаешь, как бы, мы же не будем сидеть смотреть на экран Соньки, и как она качает игры. Я говорю, то есть я не включал Соньку настолько долго, что у меня с геймпада пыль не стирается. То есть я его вчера чистил, вот, и то не всю пыль смог вычистить. Могу смотреть магазин Соньки. Да нет, зачем? А что его смотреть-то? А Вася где, Вася? А, ну, он, видимо, уехал куда-то по делам. Он физически просто сегодня не может. Василий Гальперов, не Гальперов. Все, осталось 100 секунд, и мы продолжим. Осталось всего лишь 100 каких-то маленьких секунд. И я к вам вернулся. Так, полный экран, пожалуйста, мне. Вот, спасибо. Считай, Манулов. А мы сейчас смотрим на полосу скачки нейромиша, а не на синий экран Соньки. Это другое. Ты не понимаешь. Хэллоуин или пятница 13 больше нравится? Пятница 13. Вообще, на самом деле, из слэшеров, если брать, то Крик. Это мой самый любимый слэшер среди всех. Все, ну, не все 5 фильмов, ладно, окей. Третий мне не очень нравится. А остальные 4 классные. Спасибо, Дмитрий Поляков.
Как же кошмар на улице Вязов. Ну, норм тоже. О, поехали. Ну, это прям совсем техасская резня бензопилой. Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Привет, женщина из Resident Evil 7. Мы ведь друзья, правда? Я ждала тебя. Ждала, да. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно и пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе. У меня прям совсем мертвые глаза. А ты помоги мне. Вроде и двигаются, то есть как в реальной жизни, так чуть-чуть так из стороны в сторону, но, блин, они слишком мертвые выглядят. Присмотрись. И смотрят не в камеру. Карты ждут. Сперва помоги мне, затем мой черед. Мы ведь с тобой друзья. Твои слова. Ищи лучше. Карты ждут тебя. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Скрипт. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Помоги помочь тебе. Нет, Аркоша, там пролог бесплатный, а дальше все платное. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Угу. Ну, блин, уже второй раз эта фраза встречается в этой игре, да, и мне это напоминает Final Fantasy 13-2. Да ладно, блин, ну камон! Какие 99 часов, эй! Тебе осталось скачать 70 мегабайт. Где скачивание, блин? Он не качает ничего, какого хрена? А, нет. Поделись своими впечатлениями. Ну давай. Нет, подождите, а где он скачивание это показывает? Он же не должен, типа, это... во время игры только во время игры эту хрень скачивать. Запуск, ну ладно, давай запуск. Какого хрена, ну типа, камон. Двадцать гигабайт он еще докачивает. То есть вчера он скачал 20 гигов, запустилась игра, все нормально, он больше ничего не хотел. Сегодня пришел патч еще на 20 гигов. Потрясающе, абсолютно, потрясающе. Еще патч на 20 гигов. Может, Metroid пока? Пока нет. Но я типа переключать сейчас не буду консоли, пускай он скачивает. А что еще делать? Ну, 68 минут это, наверное, многовато, я так предполагаю. Патч первого кека. Это просто. Ну, это пипец. Подождите-ка. Он же там 70 мегабайт, он же должен был, наверное, докачать, нет? Я надеюсь. Сейчас просто проверим. Это же хоррор, ты в ужасе. Я в ужасе. Я не помню, чтобы вообще у меня на Соньке были вот такие вот проблемы со скачиванием игр. Кори, запускай Wind Waker.
Ну, типа, у нас до ретро-реквеста сколько там? 3 часа еще есть? Так что, пока он скачает. Мы сейчас, ну, по стрим, чтобы не отключать, параллельно что-нибудь, наверное, запустим, если сейчас игра дальше не продолжится. Первый пазл в игре — запустить игру. Да-да-да, ты, окей. Спасибо большое, окей. Консоль просто тянет время, пока к тебе едет криповый коп. Судя по времени, это последнее было. Первое было свежее. А, да. Окей, выйти в главное меню. Ну, мы можем перепроходить пролог постоянно. Привет, Ириска, киска. А, я-то нормально, а вот игра не очень. Пошли в трек ту Йоми. Не-не-не-не-не. Во-первых, на Соньке я в нее играть не буду. Вот. Во-вторых, в жопу я не хочу в нее возвращаться. Так. Ночная игра. А, блин, я внизу увидел 14:48. Да, загрузите сохранение. Да, конечно. Леденящий душу ужастик. А пропустить можно бабку, нет? Нет, можно посмотреть на ее лицо. Давайте послушаем еще раз ее. Поедь в отель в прологе. А там же нельзя это делать. Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Здравствуй, здравствуй, бабуль. Мы ведь друзья, правда? Ну, как сказать. Я ждала тебя. Ждала. Да, лейтенант, да, теперь бабка. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Ну, мы, типа, можем пройти пролог с, да, с другим я вариантом. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно и пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне... Я помогу тебе, а ты помоги мне. Что у тебя нужно? Как ты ждал загон? У тебя нет карт, так что я ничего не смогу показать. Присмотрись, карты ждут. Сперва помоги мне, затем мой черед. Мы ведь с тобой друзья. Твои слова. Ищи лучше. Карты ждут тебя. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Сочи, напоминает Little Nightmares, только в HD, но она какой-то у нее непропорциональная. Помоги помочь тебе. И помни, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну, докачал ты 70 мегабайт, нет, свои? Докачал. Хорошо, поехали. Хекет Скори Порева. Порева, Порева. Forever!
Почему у всех персонажей криповые улыбки здесь такие? Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. А цинизм, задумчивость. Я буду ублюдком. Ну да, но это ведь дети. Как-нибудь переживут. Ага, как ты, Эмму. Что? Да это ведь совсем другое. То есть ты не поэтому надутый? Да не надутый я! Мы с ней провели последнюю ночь вместе, и все норм. О да, и ты типа готов навсегда расстаться со своей милой Бубочкой. Черт, ты это слышала? Шутишь? Тут стены из крысиного говна и палок. Ну все, хорош. Хорош. Да, хорошо было в летних лагерях. Так, это... Ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Плиз. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. Так, использовал, чтобы передвигаться. Ну, пошли. А зачем мне так экран сузили сверху снизу? Для чего? Блин, какая плохая озвучка. Я согласен, что озвучка очень, очень такая себе. Если верить местной газете Nordkill Gazet, загорелось несколько тюков сена. Привет, а что ты слушаешь? Не успели они опомниться. Ясно. Ладно, пошли. Просто камера зачем-то внезапно переключилась на вид Resident Evil 4. Блин, ну, конечно, игра на простой PS4 что-то прям притормаживает. Очень, очень заметно притормаживает. Ну, ладно. Хорошо. Блин, а ты можешь еще медленнее, пожалуйста? Я не успеваю просто за тобой смотреть, как ты так быстро движешься. Ох, зараза. Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело. Мы как раз ремонтируем дверь. Она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама Дилан, ты... Бро, прости. Да, спасибо. Так, давай еще раз. Они ее заперли? Козлы. Да выбей, ты же чат. Тебе видно же, что ты персонаж типа чат. Так. Это кристальное озеро. Да. Да кто захочет уезжать отсюда? Прям открытка, мать ее. Так, окей. Что-то валяется. Что, они там трахаются? Нет. Он просто в окошко лезет, ладно. Я думал, он будет. Подсматривать за ними, я думал. Дар! Ужасы. Ненавижу ужасы. Какая ирония. Ты в одном из них. Думал, он воеерист. Ну, да. Что здесь еще что-нибудь интересное есть? Нету. Столовка. Блин, вот, ну правда жаль, что нельзя бегать. Ну хотя бы просто ускорять как-то персонажа. Это правда плохо, как по мне. О, женщина. Дай с тобой поговорю. В чем прикол? Нафига? В мою защиту, это Дилан придумал, и Б, было очень смешно. Просто о, да, было надо довольно... же, ты в этом уверен? Такие правила. Мне показалось, что это похер, женщина. Короче, ты мне сумками поможешь? Не, мне надо дождаться мистера Хэ с нашими телефонами. Господи, боже, ладно. Что у нас с лестницей?
Видимо, чтобы не дать енотам и прочим паразитам тут все разнести. Мистер Хэтек сказал. А, доска. Блин, что, реально никто, вот, то есть из присутствующих, никто не может просто взять сумки, помочь вынести их в машину и зайти обратно в дом? То есть это так проблема накручивается, я имею в виду. Это... Дилан, это ты? Я не настолько многозадачен, Джейк. У меня за окном проходит какая-то демонстрация. Кто-то едет и сигналит. Ну и чё? О, а вон туда, наверное, ещё на лестницу можно сходить. А, лестница запечатана. А, вот и сумка. Это сумка. То есть он может даже их в одной руке поднести, а никто не хотел ему помочь. Ну все, сумки на месте. Круть, и все сам, да? Вот-вот. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честное. А, ну началось. Так, ты ведь не все про вас, Сэм, и рассказала, сынок? А... ну, учитывая, что я чат. А, я понял. То есть, по-твоему, это я не все рассказал, да? О, Джейк, за такой вопрос может прилететь в нос. А, извини, отвлеклась на рифму и забыла, о чем. О, не-не-не, ты как раз говорила мне, как ты запала на Райана. Стоп, мы о Райане, инструкторе, сексуальном, мрачном одиночке, который вообще не в моем вкусе? Конечно же. Так, сексуальным, да? Вообще чистый секс. Конечно. Слушай, мы с девчонками в комнате еще на второй день все решили. Первый Райан, потом я, потом Дилан, Эмма, Эбби. Так-так. Ник, мистер Хэ и... А, ты почти закончила. Да, продолжай. Нет, это все. Все здесь. Опустила. Так и что, она реально тебя бросила, да? Ну, не знаю. Она такая... Как мы будем, разные колледжи, все такое, бла-бла-бла. Ну, а я такой, ну, знаешь, давай попробуем отношения на расстоянии, бла-бла-бла. Она такая, Джейкоб. И зыркнула тогда. Ага, типа, пипец. Да уж, не хочу расстраивать, но ты поселился у нее под каблуком. Вот как она это делает? Конечно, это просто роман, естественно. Ну, давай реально смотреть на вещи. Она права, это был летний роман. Что из него могло получиться? Ну, прикинем. Любовь, стабильность, помолвка, свадьба, дом, ребенок, интрижка, ребенок, развод, раздел имущества, одиночество, алименты. Внезапное примирение, пустое гнездо, пенсия, внук, внук, внук. А, дом престарелых и, наконец, смерть в объятиях друг друга и похороны в таком же виде. Типа как скелеты, которых раскопали в Риме. В Помпеи, а не ну, в Риме. Ну, угадала? Ой, нет, это про нас с Райаном. А, сейчас, 5 секунд. А, вот, про тебя минет за рулем. Капец, она его опускает просто. А, нет, это в списке вообще у всех мужиков. Ха, приемлемо. Ну, это неплохо, типа, камон. Что такого? Как будто что-то интересно. Плохое. А это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй, что нас не убьет, сделает сильнее. Тебя я не убила, пока, но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Дай ей уже, дай все. Что-то прям... Так, ну... Чисто теоретически, если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь, как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод.
Или вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным мудилой. Ясно. А слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается, ну, под маленьким черным колпаком с проводами. Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да. А что музыка такая страшная начала играть? Ну вот и проверим. Так. Нет, бензопровод мы ломать не будем, потому что вдруг нам придется убегать. Возьмем бегунок трамблера. Чтобы его можно было быстро вставить. Идем со мной, дружок. Верну на место завтра. Все будет норм. Нет, ты вернешь... Постараешься вернуть раньше, я уверен в этом. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник! А! Бум! Оу! Блин, а вот если бы он разбился, то... Ну, чувак, красавчик! То был бы другой путь, да, развития событий? А, слава богу. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. А быть брошенным сюда подходит? Жестко. А, да пошел ты. Ой, пошел ты! Извини, я... Без обид, чувак, я не хотел обидеть. Ну, готовы ехать. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это... Я желаю всем им смерти. Скажи, Ник, ты намного умнее меня, ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. Он мне напоминает Ченнинга Татума, вот я не могу отделаться от этой мысли. Внешне, чисто внешне. Загрузка игры, да, сейчас будет из интернета, да? Да? Нет, ладно, хорошо. Че, мистер Ха, не мистер Икс? Ну, скорее всего, Паха, это, наверное, какая-нибудь фамилия там. Ой, я вся неформальная девушка, я на самом деле dead inside, и я очень-очень загадочная. Блин, все-таки лицевая анимация здесь немножко странная. Ну, привет, подружка. Докладывай. Все, официальный синдром пустого гнезда. Дай пять, красотка. А если бы промахнулся, Боже. То есть она бы вниз тебе улетела? Тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. Ну, по-моему, план действий очевиден. Найти ключ? Вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду... Победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. А, ну, открыть что нет-то? Давай, забираем. Ладно. Они все равно отсюда не уедут, это же понятно. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. Ну и что? Решит, что это медведь, например. Ты тут видела медведей? Забрала сумки. Нет, но это не значит, что их нет. Видел суслика? Нет, и я нет, а он ну есть. Ну ладно, вот. Поехали. На счет три. Раз. Два. Три! Самое главное — мыслить позитивно. Зачем я тебя слушаю? Я всегда права. Ты уверена, что подумают на медведя? Боже мой, да расслабься, мы никого не убили. А, то есть мы ладно, играем вот так, за эту девушку. Я еще раз быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? Оно не на Unreal Engine случайно сделано, просто интересно. Оно выглядит, как будто оно сделано на Unreal. Видишь, маньяка нет. А он есть.
Точно что-то связано с цирком уродов. Как это в новости попало? Точно связано что-то с цирком уродов. Если путь выбран, я пропустил выбор. Да, ты пропустил выбор. Тут был выбор, ломать дверь или не ломать. ПЗ на антологии на Unreal. Сложно, а, ну тогда поверить, графон видно, что видно, я да, буду что скучать по этим жестким пружинам. А где Дэвид Аркетт? Покажи мне Дэвида Аркетта, я хочу его увидеть уже. Так, ну ладно, пошли. Так, куда идем? Да, свет также работает, как в Unreal, хорошо. Как на, в играх на Unreal. А, или мне не сюда, стопы. Все, видишь, подгрузки текстур, значит Unreal Engine. Ну, это есть только не только в Unreal Engine, как бы эти подгрузки текстур. Всегда подсвечена левая сторона головы. Ну, контровой свет там находится, значит, над ней. Лампочка висит. Это очевидно. Как и в Horizon Forbidden West. Почему это выглядит так плохо? Потому что мы играем на простой PlayStation 4. Ну, на слимочке. Я уверен, что на PS5 и на Пеке, естественно, игра выглядит значительно лучше. Куда идти-то, блин? Хоть бы показывали, я не знаю. Где мои указатели из современных игр, куда мне идти? Ну-ка. Да, она мне тоже какую-то актрису напоминает. Ладно, пошли. Так, что здесь у нас? Токио, Бостон, а города, понятно. Сын забил кровикой. Феписов побольше, чем у Тилдон на PS4. Не, Феписов здесь 30-ка, просто немножко побаливает Twitch, у меня он пропуск кадров 1.5%, так что неудивительно, что вам кажется, что Феписы проседают. О, вон туда, наверное. Ну, атмосферненько, типа. Мне нравится вот эта вот атмосфера вот этих школьных лагерей, где всех жителей этого лагеря убьют скоро. Это очень прикольно. Такая же атмосфера примерно была в обскурах в первом, во втором, когда вот игры начинались. Ну, там было про колледж, естественно, но суть та же. Ты готова? А, да, конечно. Готова. Давай уже, где ты, маньяк? Свобода нас ждет, подруга, пора отрываться. Когда ты будешь убивать зумеров, давай уже появляйся. Что ж ты такая крутая, борзая, самоуверенная? Да, это игра. То, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти. Притворяться, значит, быть собой. Но громче. Ты тоже попробуй. Кто знает, кого это впечатлит. Не, все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Мне кажется, я иногда... Субтитры есть, а ребята говорят, я что-то не замечал. Блин! Ну ты и рулишь, Текс. Пардон? Ладно, теоретически. Если я все же решу открыться, что если ничего не выйдет, как у вас с Джейкобом? По правде, он милый. Но вы расстались. Летний роман между нашими школами 4 штата. Он понимает. Ну да. Но это мы. А с Ником может быть иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе 93? А что не так? Я буду скучать тебе. Ну да, как бы в 2022 пользоваться имейлом для переписок. О, стой! Но коттедж ведь в той стороне. Сверни тут. Что? Давай, красивый путь. Последний победный круг по лагерю. Вдруг 100% зарежь, пока она будет мутить скачком. Так, вернуться в коттедж. Ну ладно, я буду отыгрывать тряпку. Хорошо, пошли. Yes, которая во всем ладно. Слушается. В чем победа? Самоуверенную Два подругу. Месяца без технологий. А мне понравилось быть офлайн. Фу, мне нет.
Как и моим подписчикам. О, так она еще и селебрити. А как они могут жить без тебя? Я тебе верю. Конечно, поддержка. Я буду тебе ноги целовать. А я тебе верю. Эбби, это что, комплимент? Перед тобой не устоять. Даже я бы подписалась. Сила харизмы. То-то же. Как будешь дома, подпишись, поделись и лайкай во всю мощь. Сразу все. Кажется, я погорячилась. Нет, ты меня любишь. А, нет, Горефератор, нет. Они просто обожаю. Подружки. Кострище? Нет, остров. Ну, почему не кострище? Там же можно кого-нибудь сжечь. Это дым там? Кому-нибудь сказать? Да, вот за всеми низкополигональными деревьями. Вроде все под контролем. Наверное, мистер Хейс сжигает старый хлам перед тем, как закрыть лагерь до лета. Первый встретит маньяка. Кстати говоря, пора бы нам вернуться. А, да. Боишься, что Ник, уедет без тебя? Да нет. Наверное, все только нас и ждут. Ага. Все нас ждут. Да, все. Ник. Все. Ник. Он без разницы. Придержи мои кони, там сейчас 100 гигабайт докачивать. Блин, я надеюсь, что нет. Так. А маньяк уже следит за ними. Как раз оттуда, откуда шел дым. Так, загрузка игры, да, загрузка, скачивание игры, да. Ну, давай. Блин. Спокойно, Джейкоб, все в норме. У меня полный заряд, так что... Вот, сука. Ну ты дурак. Все перестали покупать зарядки? Все равно сигнала нет. Покрытие тут сгулькин хрен. Это ты про свой? Что? Нет. Не важно, я что-нибудь сейчас мозги потекут от кринжа, боже. Поездкой. Что-то фу. Ник. Ага. А где вы были? Какой любопытный. Не слушай ее, прошу. Поехали! Вот, только надо эти сумки сгрузить. Ой, давай я тебе, давай помогу. Я справлюсь со своей сумкой. Спасибо. А ты уверена? Если что, мне совсем не сложно. Да она и сама прекрасно справится. Мы обе справимся со своими сумками. Спасибо. Почему у нее такой рот огромный? Он у нее очень непропорциональный. Я понял, что в ней странно выглядит. У нее огромный непропорциональный рот. Что там говорилось там в начале про минет за рулем? Легендарные диалоги из не менее легендарных российских сериалов. Да. Да я люблю тебя! Эбби, тебе помочь? Да. Можно? Спасибо. Да, я такой Доминик Торетто. Йоу, как это прозвучало, я такой Доминик Торетто. Эй, Райана, видел кто? А, да, наверное, сидит где-то, весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, подкаст, круто. А про что? Подкаст Леонида Давыдова, очевидно же, ну камон. Да, про что? Может, про меня? Ты думаешь, я слушал подкаст про тебя? Если про кого-то это будет подкаст, то про меня. Ага, подкаст «Как выглядеть и пахнуть, как жопа». О боже, ты как дошкольник. Зато не выгляжу и не пахну, как жопа. Чего тут такие плохие диалоги? Ну, блин. И что странно, тот эпизод был про это место. Типа в слэшерах не было таких плохих диалогов. Про какую еще каргу? Что за карга Хекетскуори? Не знаешь про каргу Хекетскуори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про каргу Хекетскуори. Вряд ли она хочет слушать про каргу Хекетскуори. Может, уже хватит повторять карга Хекетскуори? А что, мне не нравится карга Хекетскуори? Это просто детская страшилка. Там, короче говоря, одна старуха, погибла в пожаре когда-то там. И бродит по лесу в поисках своего сына.
Говорят, кто-то слышал шепот, типа того, а рядом проплывал силуэт, классика, да. А еще говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Каким образом? Или убьет, или... Не уверен, непонятно там, вот. Карга Хекетсквори. Ты это выдумал. Все было в подкасте. Cool story, бро. Серьезно, вы бы слышали, как он это детишкам у костра рассказывал? У них теперь травма на всю жизнь. Ну не, а, совсем на всю. С этим стоит поосторожнее. Все так и есть. Да ты гонишь. Чего ждем-то, хакетеры? Почти все, мистер Хэ. Живее. О! Фу! Привет, ну-ка, Дьюи. Одевайтесь. Наконец-то Дьюи. Простите, мистер Хэ. Нам надо было освободить сумку. Заткнись. Если бы кто-то не тратил столько времени на охмурение девушек рассказами о призраках. Нечестно. О призраках? Карга, Хекетсквори. Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. По-моему, его озвучивает тот же актер, что и действительно когда-нибудь озвучивает Дэвид Аркетта. Когда-нибудь я голову забуду. По-моему, надо в офис вернуться. Ну, в смысле, дублирует, я имею в виду. Который официально дублирует Дэвида Аркетта. Поможешь мне, Райан? Да. Хотя могу ошибаться, но голоса похожи. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку в дороге нет, послушать. Не выйдет. Не круто, конечно. Я ну, ребенок 21 века. Это вообще века. Не круто. Слышь, блин. Чувак, да я самый крутой братан во всем мире, блин. Мне просто нужен музон в дорогу, блин. Ладно, хватит. 5 минут. Мне нужно всего 5 минут. Блин. Он сказал нет, Дилан. Да, я понял. Просто... Я к фургону, окей? Когда их можно убить уже всех будет, а? Нет, санитариус, ни в коем случае. Ну это... Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить и... Ой, ой-ой. Я что, уволен? Нет, я просто, ну, насчет того разговора. Об этом позже мне надо ответить. А, да, да. О, а, простите. Алло. Так, подслушать, конечно, надо. Потому что это дети. А, лейтенант, оно реально повторилось. Там игра подвисла. Они уже почти уехали. Время уже на исходе. Нам нужно, чтобы... Да придержи ты, блин, коней, ладно? На нашей стороне все в норме. Мы с Бобби собрались. Если он рядом, мы его возьмем. Зря время тратим. Мы оба это знаем. Нет, должен был? Затих он. Видимо, не высовывается. И, кстати, чем дольше я с тобой болтаю, тем позже избавлюсь от этих чертовых детей. Да, конечно. Адиос. Так ты у нас злодей, Дуфи? Простите, я не слушал, я просто ждал, то есть услышал, то есть не слышал, что вы... Расслабься ты, входи. Извини, что был рисковат. Вам помочь искать ключи? Нет, конец лета, куча дел. Да, это Дьюи. В общем, что ты хотел... А, да, я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне оставлять сестру с бабушкой и дедушкой, ведь я в кампусе буду жить, и мама неизвестно где, так что я бы не хотел оставлять Сару. А, да, мифолог, скорее всего, он просто хочет их уже нафиг увезти, избавиться, так ну, скажем, от них. Семья – это важно, Райан. It's been a long night. Вот черт. Ля-ля-ля-ля. Так, тревога для меня это важно, конечно. Ну, это
важно для меня? Знаешь, что важно для меня? Доходность этого лагеря. Я никак не разберусь с прошлогодними убытками. А напуганные дети вредят бизнесу. Мне названивают толпы возмущенных родителей. Лагерь, дети писаются, им снятся кошмары. Какой смысл? Подумай об этом, прежде чем рассказывать об этой... Как ее? Карге Хэкетс. Просто подумай, ладно? Задействуй свой мозг. Ну ладно, это Дьюи, хорошо. Простите, я не думал, что все так серьезно. Нужно понимать последствия своих действий, дружок. Штурмовик? Это часть работы вожатого, штурмовик, лидера. Потому что игры бы не было. Да. Лучше просто пойте кумбайя, ладно? Что это? Вы что, больше не поете кумбайя? Охо-хо, вот и выросло поколение. Да-да-да, увеченный Никор, если можешь идти, иди. Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Мне любопытно. Зачем? Уже темнеет, Райан. Ехать в темноте небезопасно. А от безопасности до веселья один шаг. Одну минуту. А, так все-таки один шаг или одну минуту? Побери, да где же они? Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... Она пока еще думает, кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки, что с них взять? Мне бы со сборами помощь пригодилась, рук не хватает. Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон, сунул ключи в карман, пришел в офис... Типа, там, на самом деле, оставили. Да, вот сейчас идут максимально неинтересные диалоги. Ну, пойдем. Совсем неинтересные диалоги. Вот правда. Бля, они музыку, короче, сейчас сделали, как будто тему Дьюи из Крика. То есть она так же примерно звучит. Нет, Слоупок, это официальная озвучка. Да, это 100%. Убедись, что все готовы ехать. Только нормально. Стоп, а как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. Надо было выключить его перед тем, как сдал, Дилан. Это же правило, нуб. Йоу, какой он модный и знает современный лэнгвич. Я стараюсь не жить прошлым. Как раз пора подумать о будущем, тут сесть в фургон и бумер. Поехать домой. Все, погнали. Ду-ду-ду, Fellow Kids, да-да-да-да-да. В чем там дело? Блин, не знаю. Кажется, что-то с двигателем, мистер Хэ. Я вижу. Вообще, ОМГ просто фейл спал. Да, вообще полный лол какой-то. Капут. Вообще. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. А может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь? Слышь, ты чё? Хватит! Прекратите оба! Черт, давай, давай. Полегче. Тише, тише, блин. Черт! Разве я не говорил вам все проверить? Нет, я не смотрел 22-го года. И тогда все работало. Как видишь, тогда работало, а сейчас не работает, правда? Черт! Ладно. Слушай, ну, ничего страшного, просто проведем тут лишнюю ночь. Нет! Нет! Все, стой! Дай подумать. Да что он так паникует? Здесь что-то не то. Здесь что-то не так. Да не обосрись, так орать-то, ну. Черт.
Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. Я уж геймпад отложил даже это. Я не думал, не успею поймать. Эй, Райан, подойди-ка сюда. Убедись, что ночью все будут сидеть в коттедже, запри двери. Никто не входит и не выходит, ясно? Конечно, никто. Нет. Конечно, никто. Ладно. Не выйдет. Не-не-не-не-не. Я вернусь утром. Главное, чтобы никто не выходил. А почему он не может на своей машине Можешь отвезти? Можешь мне это пообещать? Тогда. Ну, две ходки сделает. Да, конечно. Да. Да. Мы будем внутри. Молодца. Запри двери! И ради бога, не гомоните вы там! Не курит в машине. С самого начала такая стадия игры пришла. Вот первая глава пока только. Мы уже прошли пролог, потом догрузили первую главу. Проходим сейчас первую главу. Так, и... Что это было? Он сказал сидеть в доме и не выходить до утра. Это прикол такой? Эмма! Это прикол такой? И что нам делать? Ну, надо сделать, как он сказал. Мы можем пойти в дом до утра. Да. Или? Или? Или можем сделать кое-что другое. Групповушка! Так, любопытство, о чем это ты? Давай, о чем это ты? О чем ты сейчас? Мистера Хэкета нет, песклявых детей нет. Только кучка взрослых, готовых дать волю своему животному началу. Блин, я угадал, да, что ли? Блин. Вечеринка. Кому, народ? Похоже, звезды нам благоволят. Ладно, ладно. Последняя эпичнейшая тусовка у костра. Ну, 3-3, нормально все. О, чё? Чувак! Итак, я за, Ник за. Я за. Дилан за, очевидно, братан. Кейтлин? Я отвечаю на зов. Так, окей. Эмма, а ты как? Да, я за. Мистер Хэкет настойчиво просил остаться в коттедже. Мне кажется, если эта блондинка, она еще шире рот откроет, она проглотит меня просто здесь. В идиотских историях монитор. Райана. Зачем ему нас пугать? Просто беспокоится о нас, конечно. Уверен, он перестраховался. Так, фигня. Вот так, да? Нет, гуляем! Я не это... Дай 5, вот рука, Райан. Ладно. Ладно. Да. Я буду частью стада. Но я хотел бы заявить для протокола, что это плохая идея. Твою мать, чел. Все будет нормально, поверь. Все будет круто. Да помрет пара человек, и все. Так, хайкетеры! Тусовочный комитет, поехали. Так, первым делом. Ник и Эбби, идите за дровами. Мы с Эммой пойдем на склад за провизией. О, началась стоковая музыка из сайтов с бесплатной музыкой для рекламы. Я не знаю, типа... Ну что, погнали! Снайпер. Опа. Лэнс Хенриксон. Какой-то кровавый мужик. Сейчас рядом, сейчас я кончу.
Я так предполагаю, это конец головы, да, и нам сейчас нужно будет ждать загрузки следующей головы. Это не Хэнк из Детройта, это художник из Детройта, Альтмарш. Hunting Season. О-о-о, сезон охоты. Привет, Зиток. Смотри-ка, нет, странно, что это такое? Да. Я надеялась, что ты вернешься. Скорее всего, да, сейчас будет загрузка после бабки. Давай-ка глянем. Давай. Ну где же они? Будь внимательнее, верни мои карты, и я помогу тебе. В моих краях так заведено. Прошу, ищи. А, Форзи, игра уже это делала у нас на стриме. И, скорее всего, сейчас будет то же самое. Я не нашел никакие карты, да? То есть я должен был найти еще какие-то карты. Да? Тебе пора идти. Еще рано, и луна пока высоко, но время не ждет. История должна быть рассказана. Осторожней. Береги себя. Ну, ищи мои карты. Мы играли одну минуту за всю главу, да. Ну, мы сделали буквально несколько выборов, да. Но... Просто скажи мне, что ты догрузилась. Ради бога. Да, смотри-ка. Ну, хорошо. А если американо? Ну, не сегодня. Что за карты вообще? Да я сам не знаю. Сир Сламбир. Понятия не имею. Ну, вот и мы в жопе. Застряли в унылой глуши, где никто не придет нам на помощь. У вас же телефоны все сели. Сможем ли мы остаться людьми? Или одичаем и начнем поедать мертвецов, как в том фильме про авиакатастрофу? В каком фильме про авиакатастрофу? Что-то ли? Сначала филе ди Жакоб. Сочный окорок средней прожарки, который может оставить раздражающее послевкусие. Блюдо на любителя. Скажем так. Так. Почему его все опускают? Азиатка опустила, это опускает. Да. Что? Ты как будто запихиваешь сосиску в игольное ушко. Ой, да ладно, почти получилось. Это, как, боже. Как запихивать огромный танкер в маленький сравнение. Туннель. Как всовывать USB Type-C в микро-USB. Момент. Какие еще, блин, да, выбить дверь ногой, конечно. О! И снято. Я мог ее выбить. Ты ее подготовил. Да, авианосец мне в бухту там и прочее. Окей. Так. Будь я пивом. Где бы я был? В холодильнике. Пип-пип-пип-пип-пип. Что пип. Ты делаешь? Пип. О, бухлокатор. Помогает найти бухло. Хм. И почему я раньше не замечала? Какой же ты лох. Что? Но это бухлокатор. Короче, я пойду туда. Бухлокатор. Детишки смели все почистую. Мистер Хэ обожает мерч. О, сейф какой-то, ну-ка, ну-ка. Хм, думаю, он заперт. На что я надеялась? О, о, круто! О, джекпот! Эй, а... Зацени мои сисяндры. Вот. Делаем дырку. Угу. Заливаем водку. И в отрыв. Просто пиво. Налить туда водку? Да. Лучшее применение дырки в арбузе. Ну, или одно из... Ладно. Оставлю вас наедине и поищу что-нибудь для вечеринки. Так, почему ее дергает так?
А что мне нужно найти там? Вот, что-то лежит. Попробуйте передвигаться. Ну, я пробую передвигаться. Такая, ну, вижу, что еще тут можно найти. Что-то валяется. Харум-скарум. Харум-скарум? Теперь все сходится. Что сходится? Я еще вообще ничего не понимаю, что происходит немножко. В плане сюжета. Причем есть цирк уродов вообще. Потому что я уже не первый раз нахожу всякие листовки с цирком уродов. Ну, убийца, скорее всего, какой-нибудь тот самый сбежавший мальчик-пес из цирка уродов, да? Что-нибудь такое вот будет обязательно. А, бляха-муха. Твою мать. Какой-то сундук стоит. Не могу ничего в сундуке сделать. Нет, не могу. Окей. Мне больше нравились ракурсы в прологе, которые как такие резидентоподобные были, чем вот так вот вид от третьего лица. Как камера чуть ли не в задницу заезжает к персонажу. О, что-то лежит. Можно текстуры почетче, пожалуйста. Чертежи. А, планы ремонта коттеджа. Окей, хорошо. Нет, когда она не улыбается и не разговаривает, у нее с ртом все нормально. Так, ну и что, я здесь забыл. Так, это я посмотрел. Вот еще что-то. А, нет, это я, не, это я это посмотрел. А там еще что-то лежит. Показать текст. Ладно, окей. На паузе можно героев рассмотреть? Да. Разминаем голову в одну сторону. Делай раз, два, три. Теперь в обратную сторону. Раз, два, три. Вот и хорошо. Так, где там еще вот здесь предмет какой-то лежал? Вот интересно, а что за ней? Так, выбей ее, ты же предыдущую дверь выбила. Тебе же норм было от этого. А, ну вот. Ай! Твою! Налево! Что? Что у тебя с ногой? Больно, да? Заткнись! Нет, приятно. Есть! Класс! Давай иди, Ченнинг Татум, посмотри, что там внутри. Вау! Здесь просто охренеть! Красная комната. Ебануться и не жить. Ясно, почему дверь заперли. И что тут? Хавчик? Он не разозлится, что мы сюда влезли? Что? Нет. Это же он нас тут бросил. Типа, права человека. Все дела. А, да. Нормальная так. Такая отмазка. Ладно, давай глянем, что у нас тут. Держи, а то дверь захлопнется. О, крутяк. Прям раз, ну, и готово. Певчанский, ну нормально. Бум. Я осмотрюсь. Певчанский, это хорошо. Валяй. Девочка, это просто склад со жратвой. Чего ты осматривать собралась здесь? Ну, это ж просто склад с едой. О, круто! Дробаш? Что? Что там? Ружье. О, класс! И код класс. К сейфу, да? 7738? И, 39. Код. Ну, прям Лара Крофт, ну. Все. Хорош. О, она даже ружье с собой взяла. Нормально.
Ну тогда нормально все. Может быть, мы даже в живых останемся. Ау. Так ты возьмешь с собой ружье, да? Да. Медведи же. Ладно. А я пока подумаю, как бы нам оттащить все это в лагерь. Так, где там сейф был? Пошли, пошли. Хич 323, давай без боксита, ладно? Пожалуйста, спасибо. Ой, я в клетке. Блин, вот камера, зачем ты так влетаешь прям в голову? Вот, ну камон, ну зачем так сделать, делать-то? Зачем? Зачем? Стрельни у него, пожалуйста. Я не могу целиться, к сожалению. К сожалению, не могу. Ну, в этой игре можно посадить главную героиню в клетку. Это уже хорошо, как бы. Это уже плюс балл сразу к оценке общей. Так, где там был сейф? А, в той комнате был сейф. Ладно. Что у нас там? Есть. О, здорово. Патроны для ружья. Что еще там есть? Нормально. Просто фейерверки. О, фейерверки? Да, но вряд ли стоит... Не-не-не-не-не, Эмма. Фейерверки. Берем. Хотя, ты прав. Пошумим. Эй, да, пошумим. Ну, надо же привлечь к себе внимание убийцы. Пошумим. Джейкоб, похоже, очень обрадовался. О, стоп, стоп. Минуточку. Блин! Арахисовые хлопики. Ну, арахисовые, мать их, хлопики. Ладно, хорошо. Что за хлопики? Нет. Что? Неужели ты... Так, окей. Хлоп, хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп, хлоп, дети не грустят. Хлоп. Господи, это же лучший снэк всех времен. И что это, попкорн? Что? Не-не-не-не-не. Это не попкорн. Вообще другая тема. Я бы сказал, свой отдельный вид перекуса. Блин, я такие с самого детства не ел. Ты обалдеешь. Так, погоди, на пачке указан срок годности? Не, есть можно. О боже, да им же лет 20. Блин, у них вообще нет срока годности. Тебе понравится. О, господи. Ну не хочешь эти хлопики, попробуй другой хлопик. Так. Я там снаружи засек точилу. Можно свалить в нее все добро. Что-что? Добро? Ну, в смысле, добычу. Добро? Нет, до этого. Оп, крум-крум-крум, да-да-да-да. Точила? Да. Ну, я... Это я про тачку такую с колесом. Кладешь туда добро и везешь. А, ясно. Дамы, вперед. Спасибо. Куда? Интересно, у их друзей возникнет вопрос, зачем им ружье? Итак, святая святых. Просто офис. Здесь творится магия. Ага, давай по-быстрому. Запросто. Дай мне минутку, сейчас я... Так. И все готово. Подкасты? Да. Понял. Как называется тот, что ты слушаешь? Странное настоящее. Типа про призраков? Давайте типа... будем да, такие но любвеобильные вайбы истории, развивать. Истории, они выясняют, есть ли в них что-то, ну,
настоящее. Не стоящее. Сейчас не встает. Какой ты остроумный. Ну, глянем, что мистер Хэ прячет в своей обители греха. Ну, не знаю, друг. Как-то стрёмно копаться в его вещах. Ладно, а мне нет. Да и какие грязные секреты могут быть у владельца летнего лагеря, в который приезжают детишки? Я не про мистера Хэ, он норм. Само собой. А, так. Я не знаю, о чем мы будем. Глянь, какая древность. Ну, скажи свой номер, я наберу. На кой? Конечно, флирт. А, чтобы я мог позвать тебя на свидание. Естественно, флирт. Хитро. Не, если набрать на этой штуке мобильный номер. Ха-ха, он выглядит заинтересованно. Что? Что? Кто это? Алло? Странно, я слышал голос. А, вот кого надо звать на свидание. Блин, упустил шанс. Так, хорошо, очень хорошо. Вот, игра начинает и приобретать смысл какой-то. То есть, вот, все нормально. О, приветик. Что здесь? Давай, встань на колени. Слышишь? На коленке. Встань, встань. Это Люк, что ли? Да, Скайуокер. Я знал, что где-то здесь есть секретная секс-темница. Да, да, да. Спорим, мистер Хэ знает толк в извращениях? Вряд ли. Мы вроде пары вожатых так и не досчитались. Да, и что? Секретная секс-темница. Ну, не смешно, он, небось, ведет в подвал какой-то. Открой. Что ж, похоже, хранится вечная темнота. Не драматизируй. Спустись и посмотри, ты протиснешься. Сам открыл, сам и лезь. Так. Спуститься, конечно. Любопытно же, что там все-таки. А вдруг там есть что-нибудь за 300 бакс в этом данжене? Ну что там? О боже мой, Райан, ты что? Не поверишь! Что? Что там? Да ничего. А, блин. А ты повелся на секунду, да? Нет. Эта озвучка была великолепна абсолютно. Потрясающая озвучка сейчас была. Тут внизу жутковато и запах очень странный, так что... Я вылезаю отсюда. Нет, ты не вылезешь. Сейчас тебя опоссум местный должен схватить, нет? Нет, не схватит. Ух, классное кресло. Я бы хотел такое. Молись, чтобы мистер Хэ не спалил, что ты ездишь на его сокровище. А знаешь, кто хочет прокатнуться на твоем сокровище? Блин, я вообще-то пошутил. О, прости, тут важный звонок. Алло, летний лагерь Hackett's Quarry, все, что вас не убивает, сделает вас сильнее. Чем могу помочь в этот опупительный день? Это ты типа изображаешь мистера Хэ? Да. Ага. Вы абсолютно правы, ему стоит быть повежливее с Диланом. И, что? Хотите, чтобы он дал Дилану свой номер? Это неожиданно, но я постараюсь помочь. Класс. Пистолет? Нет. А, опупительным, да-да-да. О, Лора Кирни и Макс Бринли. А, те, которые так и не объявились. Ага, из-за этих засранцев нам навешали больше смен этим летом.
Так, сори, тут все нормально. Так, ну что, все, валим, наверное, отсюда, я так предполагаю. Больше здесь делать нечего. А, вон там что-то еще, я помню, не посмотрел, да? А, фотонька, фотонька, семейная фотонька. Кейли и Калеб Хэкет. Угу. Странные детки. Да норм. Что в них странного? Ну, не, дети, они дети, клевые. Дети. Но? Но согласись, довольно замкнутые. Так. Что еще тут есть? О. Эй, а ружье зачем? Крис, мистер Ха сказал, что оно для медведей. Что? Тут? Да-да, он сказал, что они сюда редко забредают из-за ружья, чел. А? Не трожь его. Не трожь. А то я тебя потрогаю везде. Чувак, мы сегодня хотим устроить тусу в лесу. А если припрутся медведи? Слушай, моя мама всегда говорила, хочешь веселиться, не забудь про защиту. Ну, думаю, она имела в виду резинки. Медведя трахать не буду. Я в этом лесу не видел никого опаснее злобных белок. Опасные твари. Санчес из ГК, но точно не от меня. Ладно. Ну, мы знаем, где взять ружье, если что. Как скажешь. Прекрасно, прекрасно, абсолютно прекрасно. Так, ну все, пошли отсюда, валим. Ну, чем займешься, когда приедешь домой? Учеба или... Фиг знает. Понятно. Подруга? Ну, да нет. Хорошо. Парень? Очень хорошо. Свободен. Круто, да. Я тоже. А телефоны уже... Ну куда ты съезжаешь? Ну куда ты съезжаешь? Что? Ну... Что ж... На данный момент это самая интересная сюжетная линия. Веточка, вот эта арочка двух персонажей. Так, ну что, валим? Если ты осенью пойдешь в колледж, как насчет основного предмета? Блин, не знаю, мне сейчас не до этого. То есть, не решил, чем займешься в жизни? Телефоны зарядились? Блин. Что ты такой вот прям недоступный, а? Ну. Можешь это ускорить. Да, 380 вольт. Я могу подбодрить их? Подай. Вперед, я верю в вас! Не сработало. Придется ждать. Ну, мы пока ждем, мы можем чем-нибудь с тобой заняться. Там. Я говорил... Чел! Да. Так в смысле, а что я с ними сделаю тебе, блин? Что я с ними сделать-то могу? Потри их. Блин, нет. Это не подвал. Интересно, почему имя в эту в звездочку? Распределить обязанности отсутствующих между остальными вожатыми. Ага. Двое пропали, да, вот эти вот. Ну и что я тебе сделаю сейчас с этими телефонами? Ну вот, могу в дверь зайти. Нет, не могу. Йо, чувак, кинь ключи. А что, хочешь покопаться в личных вещах Криса? Конечно. Прости, а это только тебе позволено? Как смешно. Да брось, чего такого?
Тебе не интересно? Совсем? Я ничего не трону. Окей. Но не глупи. Ничего не обещаю, но... Кольцо не задену. Ну вот геймплей. Не в тему сказал. О. Так. Приправить стали обедом опоссума-мутанта. Ха. Икона стиля. У мистера Хэ есть вкус. 100%. О, тут... Йоу. Йоу. Стой, может, не надо? Ух ты. Это уже вот какие-то... Какие-то темные тайны. Пошли. О, это что за хрень? На мониторах. Это же лагерь. Ну и что такое? Мистер Хэ следит за нами? Нет, нет. В смысле, нет, нет, не верю. Тут разные тропы в лесу вокруг лагеря. Ну, да. Большинство камер направлены в сторону от лагеря, так что за детьми он не следит, если только они в лес не забредут. Может, фотоловушки? Это еще что такое? Их ставят... Чтобы заснять всякую хрень. Да, например? Например, Бигфута, всякое такое. Так. Конечно, озорство. Ладно, значит, объявляю мистера Хэ не супер криповым психом-вуайеристом, а, ну, долбанутым конспирологом. Так, сведению, Бигфут — это не заговор. Ладно, окей. Тогда он начинающий криптозоолог. Это может, неплохо. Даже слушает тот же подкаст, что и ты. Ага, ну да, как скажешь. Да, но зачем тогда он спрятал эту комнату за потайной дверью в шкафу? Она не совсем потайная, она спрятана. Типа, тут. Да, то есть это, вот. Это не потайная, да, это если она спрятана. Это и значит потайная, Райан. Это странно, супер да, странно. Да, я не спорю, но... Тут наверняка есть что-то интересное. Дилан, это не наше дело, и раз тебе так любопытно, спроси у него завтра. В этом же нет ничего такого, совсем. Ну ладно, может и спрошу. Ладно. Пойду я из тайного логова. Удачи. А ты и признал, что это тайное логово. Останься тут. Ну-ка. Зачем он тут наблюдает, интересно? Ладно, тоска. Вроде ничего не происходит, да? Так, ладно, пошли. Что еще есть? О, сколько всего лежит-то. Письма какие-то. Ха. Стримерская. Да, ё-мо. Работа вожатыми. Угу. И заявки на работу вожатыми, да? Угу. Ну, вроде все. Привет, BFF Dota. Спасибо. О, телефончики подзарядились чуть-чуть. То есть надо шарахаться по всем комнатам, пока не зарядятся все телефоны, да? Они не зарядятся, пока мы тут не это... Пока мы не исследуем все, что можно. О, кровать. Блин, куда ты ушел? Эй, вернись, тут кровать. Черт. О, серьезные тут у него средства. А давай не будем это трогать. Да, скукота. Блин, ну вот здесь вот технологии предтечи, конечно, не работают. Отражение говно. Ну что там с телефоном и с нашим? Класс! Приятного! 28. Так. Пойти на вечеринку, конечно. Ха, готово. А, круто, идем.
28% Муксеу. Наверное, правильно твой ник прочел. Нам бы сюда бензопилу, мистера Хэ. А здесь очень красиво, когда дети не бегают. Привет, Корней. Да, привет. От них голова кругом. Да, от них голова кругом. Да. Да, и от них голова кругом. На рисовании они тебя слушались. И голова от них кругом. Ты видел мои уроки? У тебя же была голова кругом. Я мимо шел. Но арт-коттедж стоит вообще на отшибе. Так, ну здесь романтика пошла. Там можно срезать. Ну, куда пойдем? Куда скажешь. Так, главное, чтобы не было головы кругом. Так, тенистая прогалина или скалистая дорога? Скалистой дороге можно упасть и сломать ноги, поэтому пойдем в тенистой прогалине. Там можно упасть в тени и сломать ноги. О, боже мой, ты цел? Жить буду. Мы с гаражей выше прыгали, типа, ну камон. Давай, помогу. Чем меня бесит только первая пара. Не, ну это эта пара, она довольно романтичная пока на данный момент. И девочка не такая, как все. Так. Начался Last of Us, да? В лесу. Возможно, даже далеко идти не придется. Ты цел, да, только голова кругом. О, вижу какой-то ящик. Ящик лесника. Думаю, это ящик лесника. А. Похоже на склад припасов для лесников и всех, кто ходит по лесу. Голых лесников? Похоже на то. Сразу начал. С козырей, так скажем, заходить. Давай, чтобы все было естественно, просто снимем одежду и будем ходить по лесу, как древние люди. Почему у него голова так вывернулась? Вы видели это сейчас? Во, смотрите. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бумер. Добрый волшебник, бум-бум-бумер. Голова кругом. Похоже, мы вернулись к тропе. Сова. О, я знаю, где мы. Да, если вам какие-то моменты нравятся, можете клиповать их здесь же. Здесь. Подержи-ка. У нас на Твиче. Обзор на трубе будет, очень уж хочется увидеть. Ну, обзор будет не от меня, от Just Passing. Если он и будет, конечно. Но точно не от меня. То есть она сейчас сядет рисовать. Они пошли за хворостом, а она сядет рисовать, да? Ну так это же хорошо, Тардис мой. Искренность, давайте. Раз романтика, то искренность. Блин, Эбби, у тебя талант. Нет, нет, это фигня. Серьезно, это не фигня. Это набросок, но если я сейчас зарисую, потом смогу лучше вспомнить. Круто, что ты знаешь такие вещи. Ну, да, наверное. Ну, многие не в курсе о своих способностях. Уверена, ты способен на многое. Ну, это да, только вот... На что? Разберешься. Чего? В смысле, разберешься? К чему это было?
Покажу, как головой умею вертеть. У меня сверхспособность. Опа. Ты слышал? Показалось. Я не хочу, чтобы эта пара... Там что-то есть. Умерла первой. Типа они на данный момент... Ой, это кабанчик. Ой, смотри! Маленький кабанчик. Привет, я Радиомен. Такой кроха. Боже, он такой милый. Блин, ну по идее должна появиться кабаниха тогда. Вот. Погоди. Погоди. Или нет? А, спасать Эбби. Спасать Эбби. Во-во-во-во-во. Они, да, они агрессивные вообще так-то. Опасность. Вас выслеживает неизвестное существо. Тихо. Затаите дыхание. Пусть чудовище решит, что вы лишь бездыханное тело. А зачем ему охотиться на то, что уже мертво? Посмотрите, как меняются звук и изображение, когда опасность приближается. И лишь она минует, бегом. Выберите момент и бегите бегом. Бегите бегом. Но стоит вздохнуть или побежать не вовремя, и зверь поймет, что вы добыча. Последствия представьте сами. Окей. За нее прячься, за нее прячься. Блин. Блин. Пронесло. Я так понимаю, что нам от маньяка так надо будет прятаться. Ой, прости, прости. О, милый кабанчик. Так. Жизнерадостность, конечно. Зато ей будет о чем рассказать кабану мужу. Откуда знаешь, что это девочка? Успел разглядеть. Фу! Она ко мне подкатывала. О, ты завел себе милую крошку. Не такую уж и крошку. Не такую уж милую, но милее тебя. Ну, пора назад. А, это была короткая сцена, хорошо. Ты лучше кабана. Так, следующая пара, да? Или это не пара? Или она одна вообще? Вернула, наконец, телефон, а он ни хрена не пашет. Классика. Ну, блин, места классные, на самом деле. Я бы сам был бы не против так отдохнуть. Так, используется R, чтобы осмотреться. И сделать снимок. Кейтлин, прикинь, мистер Хэ извращенный говнюк. У него везде камеры и есть потайная комната. Нет, это не... Стоять, повтори, что? У него глаза повсюду, и он следит за нами. Не пари чушь, он просто... Расставил фотоловушки, наблюдает за лесом и все. А, по-твоему, это не странно?
Он должен охранять территорию и детей. Ну, наверное, это, за животными следит. Это логично. У вас совсем нет фантазии. Так, а что тут у нас? Все готово? Так. На том берегу в домике на дереве был странный свет. Это было стрёмно. Там твоя подружка, Райан. Карга Хекицкуори. Так, я же тебя просила не говорить Карга Хекицкуори. Что не так с Каргой Хекицкуори? Вы все? До меня дошло, что это, возможно, наш последний вечер вместе. Что, неужели только сейчас? Это я для настроя. В смысле? Настрой, атмосфера, ну? Кстати, о настрое. У меня есть дела. Ясно, плейлист сам себя не составит. То есть составит, но... Так, Райан, хочу палок. Фу, лексика. О, так и задумано. Как она. Эбби, Ник, вовремя. Вот и палки. Я уже шутила. В основном тут хворост. То, что надо. Здесь уже полно дров. Мы принесли бы больше, но там был вепрь или кабан. Но Ник поступил очень храбро и принял удар на себя. Блин, у нее волосы так дергаются. Так, игривость, кабан, хэкет, сквори, серьезность. Вы в порядке? Давайте серьезность. Эту будем серьезность отыгрывать. Все точно в порядке? Никаких жертв? Мы целы. Это же была не Карида. Хотя Ник умудрился завести подружку. О, рассказывай. Эй, кому доставку? Ого, стоп, откуда взялась эта пушка? Да не ссы ты, это пугач. То есть это ружье, но чисто пугать медведя. Мы нашли его в кладовке. Ладно, ладно, не будем его брать. Блин, вот этот спасибо. Чайник Татум, он озвучен хуже всех, по-моему. Мы рады предложить вам самый изысканный из всех изысканнейших деликатесов Хекицкуори. Ни хрена себе. Как раз хрена. Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп-хлоп, дети не грустят. Хлоп. Даже не знал, что они еще где-то остались. Эй, ковбой, придержи лошадей. Это моя добыча. Нельзя махать ими у меня перед носом и ждать, что я не захочу похрустеть хлопиками. Эмма? Дай-ка дробовик. Пристрелишь меня из-за них? Нет, тупица. Так, я их выиграю. На стрельбище. Нет уж, так не пойдет, нет. Так, вам никто дробовик не доверит, насмешка не лучшая идея. Вот что, одно удовольствие смотреть, как Ник отмазывается, но вообще-то идея херовая. Эй, а знаешь что? Да, ты права, может, мне и правда отдать хлопики Нику, пожертвовать их в помощь убогим? Ну, окей. Супер! Джейкоб, гони ружье, живо. Никакой стрельбы, пока не прекратишь вести себя как мудак. Ладно, вот ты суди. Нам нужен неподкупный рефери. Мы тут вообще-то пытаемся вечеринку запустить. Да ладно, отвлечемся. Ничего с твоей вечеринкой не будет. Ну давай. Блин, какая вечеринка на берегу в палатках без гитары, типа... Окей. Будет у нас соревнование по стрельбе. Тут есть полянка, на которой можно устроить тир. Но если будете страдать херней, я все отменю. О! Не боись. И пиво, да, Анчар, и пиво, согласен. Вот гитара заиграла, сама, да. Так, просто чтоб ты знал, я мастер по стрельбе. Третий разряд. 3 года подряд. В лагере я каждый год на первом месте. Третий разряд, 3 года подряд. Я поделюсь с тобой одним маленьким хлопиком. Да, сейчас. Ты же не видел, как я стреляю. Ну, ты и не стрелял никогда. Наивный ты. О, я думаю, я знал бы, если бы ты... хорош мериться писюнами. Это все, конечно, очаровательно, но в тире будете играть по моим правилам. Вы делаете все, как я говорю, ясно? Отлично. Пойду расставлю мишени и захвачу патроны. А вы пока не шевелитесь и не трогайте ружье. По-моему, третий, но я не помню точно, плот инспектор. Я не помню, какой разряд. Ох, Елана, такая сексуальная, когда злится. Я всегда такая дебил. Да, спасибо. Иди уже.
Ну, она правда прям... Ну, и... Как прошло твое свидание с Эбби в лесу? Хорошенько. Неплохо. Я же романтик здесь. Ну, неплохо. Да, молодца! Так, и что было? Ну, на нас напал кабан. Она очень умная. Ага. Да? Ну, вы с ней того? Идиот. Не-не-не-не, я все понимаю. У всех иногда бывает неудача. Нет, главное, нет, Магнус. Не упусти момент, пока ее не увел настоящий мужик. Кстати, смотри, я покажу, как настоящий мужик использует ствол. Вы что, все еще выделываетесь друг перед другом? Не, у него с головой плохо. Так, давай ружье. Куда? Получишь, когда я скажу. Идите сюда оба, правила такие. Мишень у вас слева. Сперва Ник, потом Джейкоб. Не касайтесь спуска, пока не будете готовы стрелять. Ясно? Так точно. Окей. И еще. Помните о разбросе и об отдаче. Это дробовик, а не снайперка. Фонарик покажет, куда целишься. Ага. Ну... Очень хорошо, Ник. Очко. Не, мы слишком далеко встали. Подойдем ближе и расхерачим тут все. Так, давай. Давай очко еще. Давай, Ник. Не промаж. Так мне в арбузы стрелять или... Или в бутылки? Окей, давай в бутылки постреляем. Отлично! Повезло. Очко тебе, Ник. Умница, Ник. Давай. Покажи себя. Так, лучше ты отвернись, Ник. Не хочу провоцировать еще одну твою неудачу. Ладно, ладно, заткнись и стреляй уже. А я думал, ты суперэлитный стрелок. Да, с винтовкой, а не с этой сраной ручной пушкой. Так ведь и пристрелить недолго. Да, все норм, он все равно бы не попал. Эй! Все, он дисквалифицирован за тупость. Что? Нет. Хороший троллинг, хорошо. Так. А что такое, Джеки, а? А? Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Ладно, я понял, понял. Я вам насыпал кринжа чуть-чуть еще. Бум, ты думал, это все? Что за... Эй. Это максимально... Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Ну, я тоже вообще-то три разбил. Так что ничья. Прострелил FPS. Специально люблю эту женщину. Нет, эта женщина хороша, правда. Это факт. Это факт. На самом деле, да, у игры разгон что-то очень долгий. Долговатый разгон, так. Прям. Привет, Буритос. Я придумал. Игра. Блин, народ, мы, может, сегодня видимся в последний раз. Будет что вспомнить. Что ты задумал? Как насчет идеальной игры о тайнах и лжи? Правда или дело, но... Дилан стайл. Итак, вот правило. Тебя спрашивают, правда или дело.
Ты выбираешь и делаешь. Бум! И никаких отговорок. То есть просто правда или дело? Ну да. И заставим всех целоваться? Тех, кто выбрал дело, да. О, Зельгадис, привет. Взаимном согласии, конечно. Крутяк. Не выскакивай из трусов до своего хода, но... Ну и кто будет первым? Казино сдает, так что... Эбби. Выбирай. Правда. Думаешь, увернулась, да? Каждый раз заставляю стоит эту зелень, но она хорошая. Тогда вот. Ты спала с кем-нибудь? Ух ты. Я... Нет, не надо. Отвечай. Все, честно, давайте играть. Ты спала с кем-нибудь в лагере? Нет. Нет. Прости. Ладно, Эбби, давай. Так, ладно. Эбби, так, господи, сейчас. Выбери уже. Ладно, ладно. Я не знаю. Да кого угодно, господи, ты чё? Блин, всё, поздно. Теперь я. Так, Райан, правда или дело? Блин, может быть его раздеть, чтобы тот парень на него запал? Давайте попробуем. Дело. Ну, валяй. Можно так сделать, нет? Что ж, Райан, предлагаю тебе выбрать. Так можно? Мне можно все. И ты должен поцеловать или Кейтлин, или Дилана. О, а это обои. Точно не вариант. Прости, правила не мои. Че-то как раз твои. А, нет, на PS4 сам собира. Так, ну конечно же, естественно. Дилан. Давай. Всегда рад угодить. Так, так, так. Кого бы выбрать? Ну, мы с Джейкобом еще не играли. Согласен. Джейкоб. Ну, Джейкоб, посмотрим, на что ты годен. О, дело. Дело давай. Окей. Ты должен перепрыгнуть через этот костер. Голым. О, блин. Крутяк! Да, я прыгну через него, не проблема. Там же обгорит все между ног. Я не думаю, что это хорошая идея. Нет, Джейкоб, стой. Не надо. Стоп. Я говорю, Вета, ты покалечишься. Облившись бензином. Эй, да ладно, я сделаю. Райан, блин. Ладно, Вета. Короче, нахер все. Ясно? Раз так, играйте сами. Ну ладно, я забираю ход. Похер. Эмма. Дело. Эмма, ты у нас поцелуешь? Джейкоба? Или? Ника. Нет, точно не Ника. Ладно. О, прости, Ник, но это даже не выбор. Очевидно, это так что себе я. Идея. Выбираю Ника. Ну, сволочь ты, ну блин, ну это же романтическая пара там у нас складывалась, ну. Эмма, серьезно? Лучше базетку поцеловала. Ну, блин. Народ. Народ! Спасибо, Ник.
Давай, ударь его теперь. С ноги. Зачет. Как тебе сосаться с моей девушкой? О, экшон начинается, экшон. Это экшон. Просто игра. Эй, я не твоя девушка. Пошел ты, ой, это просто игра. Какого хера, блядь? Джейкоб, хорош. Костюм. Видимо, мне стоит пойти за ним. А тебе стоит пойти за Эбби. Так, две сраки сгорело. Ну, как насчет настолки? Что? Конец главы. В жопу это все. Привет, бабуля. Но с возвращением. Я не нашел никаких я, твоих как карт. Я, как всегда, очень рада тебя видеть. Итак, что удалось найти? У тебя нет ни одной из моих карт. И все-таки ты здесь. Как думаешь, почему? Да что за карты, блин? Я ничего не нахожу. Без карт я не могу тебе помочь. Их нужно найти. Я хочу вернуть их. Пожалуйста, мой друг. Нек, видимо, сам. Это все, что я могу сказать. Тайны пока не раскрыты, и ночь все темнее. Мы еще встретимся, не сомневайся. Карты еще не скачались. Где бегают волки, там летают вороны. Неприятности в раю. Глава 3. Окей. Интересно, сколько глав? Я типа неиронично хочу, чтобы Пайка. Выжила вот эта девочка. Что за детский сад? И да мне вообще плевать. Парень, который ей нравится. Пускай целуется. Тупость. Тупость. Класс. Где это я? Молодец, девочка. Молодец. Хотя, может быть, было бы не самой плохой идеей, чтобы ты умерла, раз ты пошла ночью в темный лес одна. Так. Ну, тут, в принципе... Ну-ка, у нее тоже голова так поворачивается? А, ну тут из-за волос не видно будет. Ладно. Ну и куда я пришел? Посом ищи. Я думаю, он сам нас скоро найдет. Блин, жаль, им все-таки не сделали возможность быстро бегать. Ну ладно, окей, пошли туда. Они все у меня забрали. О! Начинается. Монет фанат хрустиков. Не хрустиков, а хлопиков. О! Найдена карта Таро. Похоже, карты все-таки докачались. Ты где? Иди сюда! Иду! Ник! Эй! Эбби, где потеряла клюшку? Привет!
Да. Ты сбежала? Блин, я как будто эту актрису, которая справа, где-то видел. Так. Да что-то играю, начала меня немного напрягать. Я понимаю. Но эта игра, я не мог пойти против правил. Так. Осторожность. Так, то, что там произошло. О, господи. Эмма так хотела, чтобы Джейка приревновал. Правда? А, ну да. Иначе нахрена ей меня целовать? Понятно. Я так подыграл? Да. То есть это игра, так? Так. Ну, конечно. Естественно. Ник влюбляется в вас. О, Ник, спасибо. Ага. Так, ты слышал? Начинается. Угу. Что-то начинается. Посмотрим. Угу. Конечно, это же отличная идея. Еще один кабан. Нет, он рычит. Это медведь. И быстрый. Ты как-то определил, что он быстрый. Беги! Это не медведь, ни хрена. Блин, парня жалко. И Феписы. Так, помочь Нику. Ник! О, боже! Помог Нику. Кто в него стреляет? Так, спрятаться, бежать. Наверное, зря, да? Черт. Она лезет за мной. Сейчас она меня убьет, да? Ah!
потом склейка. Настал после такого падения. Да, склейка была адовая, конечно, на самом деле. Будет весело. Ты что, заныл, что ли? Идиот. Идиот. Ну, блин, мне правда жалко, что, типа, та пара, ну, не в полном составе выжила. Не такой и чат получается. Ну да, похоже, что нет. Может, он еще не умер? Будем надеяться. Я искренне надеюсь. Он, правда, ревет. Until you wise up, no, it's not going to stop. Интересно, можно было его спасти? Я предполагаю, что если не пойти и не посмотреть, что там рычит в кустах, то, наверное, как-то по-другому будут дела развиваться. Бросок не очень. Что это ты? Нашла меня, значит? Ну да. Сбегать сюда было веселее, когда нас могли тут застукать. Умер тот парень Эбби, который. Ну, или не умер, не знаю пока ничего. Да, наверное. Джейкоб, мы же договорились. Я... Ты... Это всего лишь летний роман. Нет, я в курсе. Просто... Да, мистер Хелпи. Не знал, что ты так любишь играть на публику. Джейкоб. Да я, блин, поверить не могу, что ты сосалась с ним. Прямо у всех на глазах. Охереть. Тебе что, 12? Не мне, а Нику. Как бы. Он мой друг, но не думаю, что он хоть раз видел голую женщину. Не хочу тебя расстраивать, но судя по тому, как он орудовал языком, опыт у него явно есть. Нравится меня мучить, да? Да расслабься ты уже, наконец. Я думал, сегодня все будет по-другому. Что? Эта фраза была ускоренная. Знаешь что? Забудь. Неважно. Как Геральт вот разговаривает, когда фраза не вмещается. Ладно. Сейчас было то же самое. Как хочешь. Сиди и дуйся. Сходи с ума, представляя язык Ника у меня во рту. И не только во рту. Лучше принеси нам полотенце. Зачем тебе полотенце? Ну, был же договор. Летний роман. И, похоже, лето не совсем еще закончилось. Не только язык. Окей. Okay. В отношениях у вас все так же? Нет. Вожатые, которые пропали. А, это у кого-то, по-моему, там что ли аккумулятор, то ли что-то привязано к ногам, наверное. Так, идем искать полотенце, да? Что за звезда? Найдена карта Таро, звезда. Окей. Причем здесь только эти карты, зачем они будут нужны, непонятно. Ну, ладно. Так, а где могут быть полотенца, интересно? Норм рыбки. Здесь, наверное, где-нибудь. Водный опоссум.
Хм. Что за цифра? Я тоже не смог распознать. Текстурка слишком убогая была. Все, что у себя будешь проходить, если что? Не знаю, посмотрим. Пульсер, чтобы рассмотреться. Зачем? Вроде никого не вижу. Никого нет. А, блядь! Сволочь. Оу. Кто это там? Ладно, буду считать, что все нормально. Ну да, что может быть нормальнее там? В окне какая-то непонятная ебака прошла. Все нормально, все нормально. Все хорошо. Так, ладно, пошли полотенце искать. Всем. Ну да. Это кабан. Это не кабан, это опоссум был. Так, где полотенца могут быть? А где наша Датян? А, вон она. Да, да. Да ё-моё, почему нельзя было полотенце где-нибудь повесить так, чтобы их было видно? Он что-то висит еще. Вот, что это? Хекет и Тхекет. Ну, Хекет это, видимо, мистер Хэк, Крис Хекет. А что за Тхекет? У него там позади еще какие-то странные вещи происходят. Свет сам по себе зажигается и пропадает. О, блин, очень темно стало. Не, а реально, а где полотенца-то висеть могут? Где их взять? И вот тут где-нибудь. Может, в холодильнике? Нет, не в холодильнике. Ну, просто самое логичное место, где держать полотенце, это, конечно же, холодильник, да. Может, там? О, еще что-то. Похоже, кто-то не убрал весла. Еще мокрые. Если бы ты был полотенцем, где ты был? Я бы висел в ванной комнате, но здесь нет ванной комнаты нигде. Я вроде все обошел. Еще в лесу, возможно, не у Ника с собой. Какой же ты медленный, боже мой. Что-то как-то все переворошили. А, вот они, наверное, да? Да, блин. Нет полотенец. Полотенец нет! Вообще? Ровно ни одного! Говнюк. Охренеть. Эй, спускайся сюда, Джейкоб. Это прекрасный геймплейный момент, сходить ни зачем. Так. Окей, ну тогда придется сохнуть. Или встряхнемся по собачьи. О, а ты умеешь разговаривать с девушками? Ну. Не смей делать вид, что ничего не было. О, да что ты говоришь? Смотри, на помощь! Спасите! Я тону, и мне нужен большой, сильный и такой 100% мужественный спаситель. Это паста. Так, энтузиазм, бомбочка. Давай, энтузиазм, конечно. Окей. Что тут?
Дама в беде. Не бойся, милая крошка, ураган Джейк уже близко. Бомбочка! Холодно. Холодно. Ураган Джейк? Оу, оу, окей, ты напросилась. Вот. Саша так же быстро делает, как раздевается. Хватит! Не дуйся, как бука. Спасибо за подписку. Архангел, спасибо за подаренную подписку. Брызгаться, конечно. В атаку! Сейчас я на тебя брызну. Брызну на тебя. Набегалась, да? Сейчас он под тобой выпрыгнет, наверное. Козел. Вот так гигачады заигрывают с дамами, они тащат их под воду, где нет воздуха. Так, сентиментальность. Вот бы остаться тут, флирт, фоткай меня. Блин. Но учитывая, что она сучка. Значит так, смотри, как тебе? Окей. Сфоткай меня. Да, типа для твоих подписчиков. Топ 10 парней, которые не дадут заскучать в летнем лагере. Такой заголовок. Будет еще 9. Что? Обиделась. Обиделась, да-да-да. Утащи ее под воду, пожалуйста, просто. О, спасибо большое. Спасибо. А, нет, стоп, это не она. Черт, бегунок. Или она. Да вы, блядь, издеваетесь. Бляха, муха. Ладно. Джейкоб! О, урод. Так, с ней ничего не произошло. Блин, надо было бежать помогать Эбби. Помянем. Ну, супер вообще. Молодец. Какие-то части тела плавают. Схватить, конечно, что это такое. Это дико больно на самом деле. Но на нем даже нет царапины. Где Тиана? Она куда-то заплыла. На самом деле, типа, сейчас очень не хватает экшона уже. То есть, прям вот совсем уже бы хотелось экшона. Кейтлин, должен сказать, ты умеешь навести шороху. Ну, вот прям такое. Ну, а может, Эбби нужно было подтолкнуть? Ты злой гений.
Кто из них сделает первый шаг? Ник или Эбби? О, я думаю, никто из них. Не знаю, в Нике таится зверь. Если под зверем ты подразумеваешь хорошенького олененка? Ты не смотри на, типа, всю эту показную милоту. У него там под рубашкой стальные мускулы. О, ты тоже это заметил? Ну, а мы чем займемся? Так играем? Что? Нас же трое. Так, Дилан, правда? Вроде Эбби. О боже. Надо помочь. Откуда был крик? Сюда. Ну. И чё-то тоже заметил. Эбби, на помощь! Прошу! Нику! Помогите! Так, нетерпение, обеспокоенность, обеспокоенность, нетерпение, нетерпение, что случилось? Эй, что такое? Эбби, что там? Райан! Нам надо... Подожди, ей нужна помощь! Ты за Ником! Ну! Кэтлин хочет, чтобы вы успокоились. Хорошо. Ладно, я пошел. У него низкая кучность. Будь осторожен. Откуда у него дробаш? Они у этого сперли его. В помещении этого владельца лагеря. Ты же суперстрелок, сама бы и пошла. Ну, в общем-то, да. Срезать? Идти по тропе. Срезать? Что может пойти не так? Бежать, это же чертов лес. Ну, зов предков. Так, срезать идти по тропе. Давайте идти по тропе теперь. Пойдем. Ага, мост сломанный. А сколько КТЕ тут? Ну, так игра вся построена на КТЕ же. Живой, он живой. О, ладно, он не то чтобы живой, хорошо. Бля, сука. Стреляй, блин. Эй, отвали от него! Стой, стой, стреляй. Стреляй. Себе. Это сработало, ладно, хорошо. О, нет, нет. Нет, нет. Ник, добей. Эй, идти можешь? Да, надо идти. Давай. Идем. Давай. Давай. Идем к костру. Так, ладно, Ник жив, это очень хорошо. Все, я рад, я крайне рад, что он жив. Потому что он его спасал. Ну, может быть, конечно, но что поделаешь. Рыбник заряжен сиропом. Кретин, кретин, кретин! О, черт! Ай.
Смотри, этот идиот куда побежал-то? Он же в воде был. Господи. Вместе с той тяночкой. Черт. О боже. Тебя там ждет полуголая девушка. Ты чего? Так. Куда ты побежал-то, придурок? Я ж тебе вообще сказал в воду нырнуть и плыть к ней. Здесь ладно. Встает. О, ну конечно, естественно. Кабан. Которого убили, похоже. Пусом шкури кабана. Нет, я не буду привлекать к себе внимание. Ау! Что? В капкан ты попал? Вот что. В ловушку. Черт! Пиздец! О, это тот чат пришел. Блять, такой. Пошел ты, ебаный козел. Джон Сина. Охренеть, ты чего творишь? Веревку отрежу сейчас. Сукин сын. Да, там есть такое. Ты чего делаешь? Тс, тихо. Значит, он френдли все-таки. Нет, подожди. Этого не жалко. Пофигу. Лучше закрой глаза. А, ты чего творишь? Ой. Нет. Нет. На вкус дерьмо. Но это на пользу. Он френдли. Это хорошо, ладно. Куда собралась, милашка? Что за черт? А я в него выстрелил, блин, пипец. Что за черт? Ага, кабан попался тоже в ловушку. А, ну все, конец головы, да? Какое-то мгновение, и ты снова в моем шатре. Ну-ка, что ты мне насчет карт сейчас скажешь, бабуля? Что ж... Показывай. У нас тут звезда. Звезды в ночном небе. Путеводные лучи дают нам цель или напоминают нам о ничтожности, вселяя отчаяние. Доверься сияющей звезде, она несет ясность и проливает свет. Башня. Улететь от проблем. Бить или бежать. Жизнь часто ставит нас перед выбором, но, избегая одной опасности, можно пасть в объятия другой. Любой шаг может стать роковым. Спасибо большое, игра, за то, что версия 1.0.2 готова. Помни, к установке. Всегда остается то, что скрыто. Спасибо. Показать тебе? Вовремя, вовремя. Ну, давай увидеть больше. Да. Что ж, ну, я могу показать лишь одно возможное
будущее. Какое же? Решай. Не знаю, звезда пусть будет. Там тяночка нарисована. И все? Ну, за делом. Назад в Хакетс-Куари. Ну, ребят, наверное, да, мы сегодня... Да, возвращайся в Хакетс-Куари. Уж там не соскучишься. Я первые две главы я реально скучал, на самом деле. Вот, я думаю, ребят, на сегодня будем заканчивать уже. Может быть, конечно, мы ее и допройдем. Может, Вася ее допройдет, я не знаю. На стримах. Посмотрим. Что мы в версии исправит озвучку? Я сомневаюсь. Там, я не знаю, кто это был. Так... Вот, ребят, наверное, на сегодня так, что будем заканчивать. Да, и что у нас там сегодня по стриму? Скоро у нас ретро-реквест через часик будет, так что заходите смотреть. Ретро-реквест должен быть интересный, судя по тому, какая там игра сегодня. Вот, так что спасибо всем большое, что пришли. Рад был очень всех видеть. Новые разборки. Вот, ну, сами решайте уже брать игру, не брать. То есть, ну, вот так вот, как-то так. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Вот, и всем хорошего вечера. Всем хороших выходных, кстати, потому что у нас же сегодня пятница. Всем хороших выходных и всем пока-пока.